Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим садж из телятины с овощами. Для этого мы взяли вот такую чудесную сковородку. У нас из продуктов телячья корейка, овощи, болгарский перец, картофель, лук, кабачок, острый перец, один баклажан, помидоры, зелень. Нам понадобится также масло растительное, соль, перец молотый, зира, кориандр и сухой базилик. Блюдо несложное, готовится в течение часа и получается очень вкусное. Давайте мы подготовим наши овощи, нарежем их и вернемся. Мы подготовили наши овощи, кабачки, цукини мы нарезали полукольцами, баклажаны также, перец цветной, желтый, красный и зеленый мы нарезали небольшими такими брусочками, лук не мелким пером и морковку такими брусочками. Также накрошили зелень и чеснок слайсами некрупными вот такими. Телятину мы предварительно посолили. Ставим нашу сковородку. Наливаем масло, грамм 100-150. Берем ручку, чтобы она нам не мешала. Изначально обжарим молодой картофель. Мы взяли молодой, не чистили, просто помыли его. Картофель мы обжариваем не до готовности, нам просто нужно придать ему красивый колер. Потом мы его вынем. Когда я готовлю это блюдо, друзья наблюдают, и уже у них не хватает терпения дождаться конца приготовления и попробовать это блюдо. Наш картофель подрумянился. Уберем его в сторону, присолим сверху и начнем жарить наше мясо. Мясо, напоминаю, предварительно мы просолили. Нашему мясу нужно придать тоже корочку, рано запечатать его, чтобы оно было сочным. Данное блюдо можно готовить с бараниной, со свининой. Какое вам нравится мясо, такое можете. Можно с курицей. Вот у нас с одной стороны мясо запечаталось. Добавим лука на наше мясо. Лук сейчас даст свой сок. Готовим мясо на сильном огне. Лук немного посолим. Мясо мы уже солили. Добавим морковки. Выложим наш картофель.
Добавим чесночка. Мы взяли 5 зубчиков чеснока, одна небольшая морковка у нас, здесь 4 луковицы. Сейчас лучок даст сок. Накроем нашу сковороду небольшой крышечкой и оставим потомиться минут 5-7. У нас прошло 5 минут, посмотрим, что там у нас. Все отлично, лучок начал карамелизоваться. Добавляем наши баклажаны и цукини. Огонь мы убавили. Сейчас наше блюдо должно доходить на малом огне. Вслед за баклажанами и цукини у нас пошли перцы болгарские. Посолим наши овощи. Поперчим. Добавим кориандр, 1 чайную ложку и 1 чайную ложку зиры. Посыпем сухим базиликом, 1 чайная ложка. Добавим немного воды. Буквально чуть-чуть, грамм 70. Положим остренький перчик целиком и помидорки целиком. Накроем крышкой. И через 40 минут посмотрим, что у нас там получилось. Ожидание было тяжелым. Проверим, картошечка наша готова. Овощи дали сок. Растомились. Аромат какой. Посыпем наше блюдо зеленью. Из зелени мы покрошили укроп, кинзу, петрушку и зеленый лук. Ну что, давайте попробуем, что у нас получилось. Положим мясо, картошечку, помидорку, немного овощей. Польем бульончиком все это нашим мясным овощным. Будем пробовать, друзья. Картошечка разваливается. Мясо нежнейшее. У меня нет слов, друзья. Одни эмоции. Мясо просто тает во рту. Картошечка. Посмотрите. Во-первых, это очень красиво получилось. Во-вторых, это очень вкусно. Это блюдо вот на компанию из 6-8 человек. Наедятся все досыта. Попробуйте приготовить данное блюдо. Его можно приготовить на сковороде. Не обязательно садж. Если нету саджа, можно попытаться даже в казане приготовить. Почему бы нет? Тоже как вариант. Ну а я с вами буду прощаться. Подписка, не забывайте. Лайк, пальчик вверх. До скорых встреч!